Минобороны выпустила открытки с армейским юмором на 23 февраля. Министерство обороны России выпустило поздравительные открытки в честь Дня защитника Отечества с изображенной на нем военной техникой и юмористическими подписями к кадрам. Открытки можно полностью посмотреть и скачать на сайте ведомства. Также они были опубликованы на страницах Министерства во всех соцсетях. Яркие, необычные, цепляющие, афористичные остроумные жизнеутверждающие трогательные и воодушевляющие эксклюзивные онлайн открытки с такими разными оригинальными и непривычными подписями говорится в сообщении минобороны 1 день защитника отечества фото Министерства обороны рф слеж ме 2 день защитника отечества фото Министерства обороны рф слеж ме 3 день защитника отечества фото Министерства обороны рф слеж 4. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж. 5. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж. 6. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж. 7. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж. 8. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж, mail.ru 9. День защитника Отечества фото, Министерства обороны РФ слеж, mail.ru 10. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж, mail.ru 11. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж, mail.ru 12. День защитника Отечества фото, Министерства обороны РФ слеж, mil.ru 13. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж, mil.ru 14. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж, mil.ru 15. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж, mil.ru 16. День защитника Отечества фото, Министерство обороны РФ слеж. На одном из снимков изображен ракетный комплекс. Подпись гласит, ракетные войска любая цель близка. Также Минобороны создала открытку с военным самолетом, под которым написана моментальная доставка убойной скидки. Кроме того, на сайте есть снимки с подписями десант Немиздрав, предупреждать не будет, без лимит без рауминга. Тариф армейский, ВМФ бесплатные морские круизы и многими другими. В декабре 2018 года ведомство выпустило юмористический календарь на 2019 год, от которого пользователи сети пришли в восторг.